Огурцы Кураж F1 – это скороспелый гибрид первого поколения, предназначенный для выращивания в теплицах и парниках. Рекомендован к выращиванию на садово-огородных и приусадебных участках, а также в мелких фермерских хозяйствах. Зеленцы куража имеют цилиндрическую форму, цвет плодов зеленый, с растушеванными продольными полосками, занимающими примерно треть длины. Огурчики слабо ребристые, среднебугорчатые, с легким белым опушением. Масса зеленцов 100-120 граммов, длина 11-14 сантиметров, диаметр составляет 4-4,5 сантиметров. Вкус куража отличный. Урожайность 16-18 килограммов с квадратного метра. Огурец кураж относится к партенокарпикам, имеет салатное и консервное назначение. Данный гибрид – это индетерминантные, сильно рослые, средней ветвистости растения, умеренно облиственные. Кураж имеет женский тип цветения с пучковым плодообразованием. Листья также имеют средний размер, они зеленого цвета, гладкие, неправильно пильчатые. Плюсы – отличительная высокая урожайность, короткоплодность, бугорчатость и замечательные вкусовые качества, а также товарный вид. От себя хочу добавить, что кураж реагирует на понижение температуры, замирает в росте, перестает завязывать зеленцы, но при наступлении более благоприятных условий вновь начинает активно плодообразование.